Да, патология это трэш. Это вообще, я не знаю, как это вас. Флаг Грузии, привет. Ну ладно, с Божьей помощью. Это чинтоник. Не знаю. Анатомия тоже, как бы, знаете, там не по кайфу, если честно. Это же не то. А патология. Чем? Минуту. Не достал тут. У нас будет патентом. Здравствуй, девушка. Привет. С пухом на плечах. Даш, прям. Она что-то пришла, хоть смотрит. Это что-то? Мне дают нормально посидеть. Так предмет скучный. Вообще не понимаю, для чего он нужен, если честно. Так ты... Нет, я учусь. Я еще нигде не работаю. У меня это предмет называется информационные технологии. На акушер гинеколога. Да, диплом только через букву И пишется. Привет. Да, ну чё, ну, всё же думаю, пойду, у меня сегодня 12 пара были. Класс. Фильтр убери, плиз. Вот фильтр, бачу. Да тут просто, видите, как, типа, темное помещение, поэтому это кажется сильно будет фильтр. Много. Может, свет так на свет увидеть? Угу. Да, потом приводи мне свою семью. О, семью, жену. Привет. Ты вообще не используешь никак на практике. Пусть твоя жена рожает. Очень хорошо, спасибо. Представь, дети первые, что увидят от тебя. Так что ты должна всегда подумать. Да, ребята, это кафе. Тебе тоже хорошего дня. Уже домой хочется. Вот насмотришься там потом это все, иди так. Привет. Приятно было познакомиться. Хорошо, меня Валерия Владимировна в таком случае. Ну, на самом деле, я вообще, типа, не буду работать по специальности, я пойду дальше. Дальше пойду учиться. Света, у тебя есть флешка? Потап, мы твою скачаем, скинешь потом в ВК. Да не трать время, если не собираешься работать. А ты что, не знал, что меня Валера зовут? Ой. Лера, я хотела сказать. Боже, да, хотела сказать Лера. Это чинтоник, я хочу новый пончик. И еще квартиру в центре. БМВ с тренировками. Мальчик, прыгай за столик. У меня к тебе вопросы. Может быть, тогда сделают. Благодари мне еще один нолик на счет. Праздник, вот фанк. Так. Привет.
Так ты будешь? Да нет. Now I'm better. Капец, пихучится на батарее есть. Меня прям бесит. Сейчас я приеду домой и тоже буду вести стрим, потому что у меня есть свободное время. Чё? Все задания? А сколько ты сделала? А нафиг ты на пару приезжала? И мне сделайте? Ты в кальянном сидишь или на учебе? Я, ну, для меня учеба — это чисто кальян, короче. Вот и моя стримерша еще одна подошла. Света стримерша. Сейчас Света мне сохранит всю информацию. Лера же не умеет. Скажи, пусть из-за тебя все твои работы делает. Слышала? Да, конечно. Ты сделала за меня. Если мне зарплату выплатят, конечно. Тогда, конечно. Боже мой. Пишет Светка по кличке Цветок. Да. Ну, так выглядит, так мы не старые. Чтоб старые выглядели. Вот это значение делится вот на это. Смотрите. Вот это значение делится вот на это. Тут вам чай нам сохранит. Привет. Чего флешка не считается? Да, у тебя флешка пленка. У тебя флешка пленка. Ты ее не покупала? Экспрессе.